Здравия всем! Это небольшое такое дополнение. Здесь вот рядышком есть вот такой вот военный музей. Для взрослого билет адульта стоит 9 евро, для детей 5 евро. Часы работы с 9 до 7. Праздничные дни до 4. Вот такой вот музей, который открылся 6 июня 1964 год. Парк, можно так сказать. Вот. Внутрь мы не пойдем, потому что мы решили, что военная история нам особо сильно... Ну, не люблю я войну. Вот так будем говорить. Вот чуть зайду, вот так вот, чтобы... Вот такой парашют из металла, сваренный с цепями. Вот такой танк. Про войну мы наслушались и в Волгограде. И у нас там танки, и пушки, и все, что хочешь. Да, конечно, это вот будем говорить, что это американская история. Ну, у нас своя история. Поэтому, если есть у кого-то желающий посетить такой музей, стоит 9 евро на одного взрослого и 5 евро на одного ребенка. Маленькое дополнение. Предыдущему видео. Прощаюсь. Пока.